Путин объяснил отказ говорить с Порошенко по телефону. Президент России заявил, что не хочет участвовать в избирательной кампании Петра Порошенко. Президент РФ Владимир Путин заявил, что не отвечает на попытки президента Украины Петра Порошенко поговорить по телефону, так как не хочет участвовать в его избирательной кампании. Об этом в среду, 5 декабря, пишет ТАСС. По словам Путина, он не хочет и не будет принимать участие в нехитрых комбинациях украинского президента. Дело ведь не в том, что я просто уклоняюсь и не хочу с Петром Алексеевичем разговаривать, дело не в этом. Дело в том, что я не хочу принимать участие в его избирательной кампании, сказал президент РФ. Он добавил, что Порошенко якобы искусно создает кризисные и провокационные ситуации и тут же перекладывает ответственность за содеянное на Россию, после чего хочет тут же продемонстрировать, что он успешно решает возникшие проблемы. Вот нехитрая комбинация, и я в этих комбинациях не хочу принимать участие и не буду, сказал Путин. Ранее Петр Порошенко сообщил, что после захвата украинских судов пытался провести телефонный разговор с Владимиром Путиным, однако в Москве не ответили. У Путина подтвердили запрос со стороны Украины на проведение телефонного разговора. Новости от корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал HTTPS/TIMI-CORRESPONDENT.net по материалам сайта newsgra.com.